До свидания. Так что, чего приехали сюда? До свидания. Не ваше дело, идите занимайтесь работой. То ничего не делаете. Вы на нашей земле. Я на своей. Вы из Крыма? Да. И вы пришли против своих же славян с автоматом? Нет, я просто задать пару вопросов приехал сейчас. И что вы спрашивали? Как служба, как дела? Все нормально, удостоверили, что у них все спокойно, мы уезжаем. Мы готовы уже ехать!